После трехдневного мониторинга пассажиропотока воздушных судов и расходов предпринимателей Госкомцен решил оставить установленные ранее тарифы в размере 1000 рублей. Напомним, в прошлом месяце в связи с необоснованностью цен на эти услуги председатель Государственного комитета по ценовой политике совместно с министром транспорта приняли решение о введении государственного регулирования тарифов в этой сфере. Тарифы были установлены в размере 1000 рублей за проезд взрослого пассажира и 500 рублей за ребенка. Но на сегодняшний день, несмотря на установленный размер оплаты, предприниматели продолжают перевозить пассажиров по своему усмотрению. Перевозчики настаивают на своем тарифе 2000 рублей. Здесь надо сказать, что законодательство, нормативно-правовая база позволяет Государственному комитету по ценовой политике по жалобам граждан проводить выездные внеплановые проверки. И такие жалобы поступили, и на основании этих жалоб выданы соответствующие требования транспортной прокуратуры. И с сегодняшнего дня Государственный комитет по ценовой политике проводит такие выездные внеплановые проверки.